Привет! Я приветствую вас на моем курсе «Как начать». Несколько слов о себе и почему я могу давать советы. Я построила сетевую обувную компанию из 100 магазинов по всей России. У меня огромный опыт построения бизнеса и консультации молодых предпринимателей. Я хочу, чтобы было больше успешных людей, и они могли помогать другим. Мой курс для тех, кто готов приступить к реализации своей идеи и начать действовать. Результатом курса станут ваши конкретные действия для реализации своего бизнеса. Это тестовые продажи, доработка продукта, финансовый план и пошаговая инструкция. Что вы получите всего за 3 недели? Пошаговую инструкцию, о которой я уже сказала. В ней будут чек-листы, и с ними вы доведете свою идею до первых продаж и превратите в бизнес. Эту инструкцию вы сможете применять и для отработки других своих бизнес-идей. Вы проверите свою идею на работоспособность и начнете действовать по плану, который сами же и составите. Возможно, к концу курса идея трансформируется во что-то иное, и это нормально. Помните, мы живем в гибком мире, где все меняется. У вас будет заданный курс, но ваши действия могут отклоняться от плана плюс-минус. И это тоже нормально. И еще самый важный момент или правило в моем курсе. Нет идей правильных или неправильных. Есть ваши идеи, которые вам созвучны. Они вызывают у вас желание делать. Они вызывают у вас азарт. Они притягивают вас сильнее, чем та небольшая неуверенность в начале. На этом курсе вы возьмете себе право желать и воплощать свои идеи. Вы это можете. Курс состоит из 7 заданий. Вы получите 72 часа на выполнение каждого задания. И так, шаг за шагом, дойдете к плану реализации своей идеи и сделаете первые шаги. Удачи! И переходим к первому заданию.